никто никому ничего не... Витя, а как, вот скажи мне, пожалуйста, вот как ты любишь балдеть? Просто пришел домой, выпил стаканчик, передернул в холостую, и все. В смысле передернул? Член передернул? Ну да, естественно. А на обезводке никак? Не. Вот ты недавно мне вот сейчас говорил, что услышал такую группу, как Guana Apes. Я обожаю эту команду. Шикарная, любимая команда. Это, бля, просто пиздец. Мне, во-первых, мне нравится любая команда, где это как поет девочка, где она лучшая. А как вот ты к Надежде Бабкиной, например, относишься? Или да пошла она нахуй, ёпта, она срётся, ёпта, блядь, да нахуй она нужна, ёпта. А Алла Пугачёва? Да ну ни о чём. Ни о чём, да? Ни о чём, абсолютно ни о чём. Мне нравится. Вот человек сидит. А Танька Буланова? Ну, блядь, хорошая, красивая пися у неё, ёпта, но она рок-н-ролльная. Кто, Танька Буланова? Ну да, но слушай, а по молодости от кого ты больше пёрся? Вот от Сабрины или от Саманты Фокс? Саманта Фокс – это лучшее. Ну, Сабрина вот. Ни о чём. А то я вот такой же вопрос там задавал Грачёву, он говорит, да хер его знает там, блядь. А вот Сабрина – это ласточка. Правда, единственное, что у неё под мышками, ёпта, блядь, это… Веники! Веники, ёпта, да. Да ладно, хорош ты. Может, это у Дитера Болина? Да ладно, если бы, ну, сам посмотри, ёпта, ну, вот, клип, ёпта, у неё, ёпта, там помпасы, ёпта. Нихуя. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.